А, то, что он хочет, типа, что-то где-то там выложить? Ну, видно, что-то там. Да, потом он скажет, ребята, нам нужны сканы паспортов. Я хочу... Но он же не знает об этом. Сейчас мы ему передадим, что твою фотку уже можно... Не-не, это не те. Не-не-не-не-не-не, это не те. Мы с ними будем играть воскресенье официотку, блядь. С теми арабами. Это другие. Но мы с ними тоже играли. Да. Я уже не помню, что это за тема, но мы с ними уже раз пять играли. Ну такой супчик, как бы. Если. Они, я смотрю, по чуть-чуть точечно усиливаются людьми. Главное его не мешать. Арчи, Арчи, выскакивай, Арчи. Ух, как это вот. Нормально, нормально, потому что мы как-то зашли на легком. Перед игроком стоим. Давай, 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 давай. Стеночка, я побоялся. Тихо, тихо, тихо. Блять, Денчик, ну вот ты и не открылся, и, блядь, и стал. Так двигайся. Ну вон, вот кто стоит сейчас наверху, вон, один. Без мяча двигайся. Какая разница? Значит, сядь, помоги. Хороший. А. Хорош, Глеб. Тик, Юра. Садимся, садимся. Юрчик твой, Юрчик твой. Отлично. Но Али лучше выносить, как бы сейчас прошло, но могло не пройти. Хорош, Арчи. А, сучка, отлично. Садимся, садимся. Перехват. А там, получается, Виталик близко был, и ты он не дал ни тому, ни тому. Хороший.
Torgan Hazard. Gets the better of his man. Двое на подбор. Двое. Ничего себе. Вагифа страхуем. Один встречает. Помочь пухи один. Хорош, Арч. В край. Твой, 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 твой. Один встретит. Олег заберет. Да, да, да. Отлично. К нему. Девчонок, только не спеши. Своему, да. Олив, касание ему катни. Не пи. Что-то тебя не дают в касание. За меня, Арчи. Да. Хорош. Хорош, это. Края шире. Не, кто там? 16-й это кто? Чуть шире. Да. О. И можно сильно перевести туда. Ух ты, ёшкин кот. Дом. Страхуйте левый край. Ага. Хорош. Давайте Саута не привезем. К нему, Арчи. Да что так? Один встречает. Нормально. Жалко. Хорош. На мяч. Переведи. Переведи, Дёнчик. Тут там всегда много игроков, и наших, и их. Лучше переведи, там с краю внизу никого вообще не было. Хорош, Арчи. Ребятки, успеем.
О, это было неплохо. Хорош, Вадимчик. Надо было скинуть мне на Вагифа, блин. Хорош. Дом. О, это хорошо, хорошо. По людям, с 11-м кто? Не дать за спину бежать. Один встречает. Глеб, успеешь, Глеб, успеешь. Отлично. Отлично. Да ну, конечно. Иди сюда. А, хорошо. Возвращаемся, как говорится, пилотон. Ну, как говорится, победителя не судят день. Ну, в следующий, а я бы в следующий раз другое решение принял. Поэтому, видишь, космос так, звезды, звезды, гравитация. Али, по термину, Али, соберись, давай. Чуть понадежнее. Вот Димон вернется на вторую игру, будет чемпионская схема. Нет, хорошей жизни так играю. Конечно, конечно. Ну, это ж... Да, мы этой схемой сейчас играем, потому что, ну, отталкиваясь от исполнителей наших, кто готов. Конечно. Отыгрывайся, Вадимчик. Мы уже привез же ты в прошлый раз один. Ну зачем еще один? Хорош. Да иди нахуй, блядь. Извините за мой французский. Да ладно, мастерство, блядь, что значит простили. Хорош. О, все, у него не такие свет выключили, блядь. Все-таки свет у него выключили, блядь. На квадрат особо не жмите, во.
Отключили, конечно. Далее, давай корпус. Хорош. Отлично, отлично, отлично. Конечно. Забить. А, да я, блядь. Надо же переключиться. Не-не-не-не, вперед. Ну уже я уже приноровился. Хорошая девочка. Отлично. Еще один. Только не толпой. Здорово. Блять, он полчаса он коннектился. Да не туда, блять. Есть дом, если что, Олеж. Угу. Виталий Чеха, куда ты даешь? А чё не в край? Более вперед. Стрёмно. Лучше, как говорится. Давай, давай, Арчи, давай, давай, давай. Нано. Так все нормально, все, все. Оставляй мне Али. Мне или Виталику? Заменки. Так, Телеманс, все, поет. Поет. Я поет, зовусь Незнайка. Так, Глеб, тебе кого? Тут. А, вот есть этот. Азара. А как мы его поменяем? Ну да, мне тяжело-то будет прыгать с...
А, так вы, да не, вы просто на квадрат не нажимаете, ну, как бы, наши вроде уже привыкли. Так, еще, кто еще? Так, остальные пока вроде того, выходим. Выходим, выходим, выходим. Че там тяжело было. Садитесь, Глеб с Олегом. Пенальти. Высоко, не по счету, ребята, высоко. Это ты уже забирал, понятно. Край есть, Виталий. Виталий, край есть. Ну, быстрее. Е, во. В касание кинь. Не принимаю его. Так отдай. Ну, сними себе эту ответственность. Не, отдай в край, в касание. Там, ну, не прошла, не прошла. А так лучше потерять его на своей. И сделать, как бы, ты же последний на краю. Наш. Мертенс направо. А, ну. Ай, хороший гифчик. Чи забегай, хорош. О, хорош, сейчас хорошо они. Еще одна. Тебя? И еще вот так вот.
Вот. Не опасно. Выношу там две лайбы. Домой, дом скидка. Хорош. Еще дом. Вот это они хорошо сыграли. Ребятки в центре вообще очень так вот оно. Ючик, не выноси вперед, скинь вратарю. Хладнокровно сыграй. Да, что-то бревновастенько. Так, стадо. Олежа, Олежа, давай, давай, давай. Ну, Вакиф пошел играть на подачу. Ты успел хоть свернуться, слава богу. Сейчас, Вакиф, будет твоя схема. Еще Виталика запиздячил. Нормально. Так, Глеб, только пока не выходи, сейчас мы... Сейчас, сейчас тут наши все... Сейчас я... Не доехал еще. Глеб, оставайся на вторую. Так. Приглашаем Жеку. Так, приглашаем Жеку, ну, то... Раз, два.
А кто, подожди, а кто еще вышел? Ну, против. А куда он делся? Ну, так. Играем по третьей. Играем по третьей, по третьей, по третьей. О, вернее, по второй. По второй, по второй. 3-5-2. 3-5-2. 3-5-2. Вагиф. Так, Димон не доехал. Муха, мух, станешь ЦЗшником на вторую, а на третью вернешься наверх, потому что Димон на третью только будет. Вагиф, ты тогда центральный ЦЗ, муха правый ЦЗ. ЖК АПЗ. ЖК АПЗ. Арчи, ты становись на место Али. Так, сейчас я скину. Скину. Так, сейчас. Глеб, ты... Мы 3-5-2 играем, левый полузащитник. А Али, иди вторым нападающим тогда вместо Мухи. ЖК АПЗ и Арчи правый ЦПЗ. Все, все запомнили? Кто? Эти? Ну, у нас ёбнули 4-1 только что. Бля, а чё? Странно, вроде никто ничего не нажимал. А, гандоны. Что на схемах слышим? Нажимаем. Давай, сейчас порвем их. Сейчас повеселее будет. Сейчас будет трохи веселише. Это USSR вот это вот? Один четыре. Ну, у Тима потушили свет. Да, мы, да, мы катали. А кто вышел? Да у них вышел. Ну да.
Да, как вот отвыкли матч 4-3-3. Вообще непонятно, куда кто куда бежит, блядь. Бегали. Ну, исходили из того, кто готов играть. А сейчас, наверное, возвращаемся на 3-5-2 нашу. Сейчас будет полегче. Так, не, наоборот, я ж кинул в руку 3-5-2. Что, не видел? Ну, пока получается, что слезать-то? Ну... Все, у нас как бы 4 ЦЗшника, которые, ну, страхуют, если кто-то один выпадает, у нас обычно как бы есть тремка мусора в середине. Как бы, по краям тоже нормально. Салим Алкарби. Блин, как же команда называется, блин? Да, 4-5. Ну, Испания. С итальянцами сыграем. Там, правда, впереди. Спать, Англия, ладно. Итальянцы там, конечно, не как... Центр защиты хороший, блин, там. Это да. Так, стрелочки вроде. Крайние полузащитники, вы бровочники, помните, да? То есть надо и там успевать. Да, Виталику лучше Уолкера, согласен. Виталий, ты ж не возражаешь? Багирты, Магуайр и на угловые. Ты как штрафной, да штрафной, да, бойцы. Али, Али, Рашфорда берешь, Али. Магуайр, Вагиф. Бля, ну ёб вашу мать. Вагиф, ну что? А, это ты взял? Да нет, не, играем, кори старт. Ты правый ЦЗшник.
Нет, так ты сейчас кого взял? Поехали. Войди в центр, да. Сзади поаккуратнее, бо я и вратарем, и ЦЗшником тяжело. Есть дом. Выходим, 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 защитка, выходим. Давай, Жака, давай, 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 давай. Хорош, хорош, хорош. Середина, блядь. Отлично, хорош, Арчик. Тыква, ты. Где мой, где мой, где мой, где мой? Где мой? Вот он. Я с девятой, я с Маратой. Дальний, 22-го забрали. Вот тебе дулю. Выходим, выходим, выходим. Все, стали по людям. Хорош. Хорош это. Хорош, хорош. Один муха твой. Па-п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 а
Хорош. Ничего, Глеб, играем. О, хорош. Пара-па-па-па-пам. Не... Да. Давай. Ох, пасик. Отлично. На скорости тяжело. Потому если уже хочешь отдать пас, отпусти R1. Да. Давайте, да. Вагиф. Хорош. О, здорово. Да ну долго ли? Есть дом. Еще дом. Вышли, девочки, не садись. Юрчик, родной, выноси его в этом углу. Не надо сохранять этот мяч. Ты ТЗшник, ты не крайний защитник. Квадрат нажми и все. Right out of the danger area. Look, there's only one player who merits all the praise for that.
Да, я с вами поборю эту вашу тягу сохранить мяч любой ценой сзади. Отлично, молодцы, молодцы. Олежа ниже, Олежа ниже, их там трое осталось. Посматривайте на радар периодически. А, это ты был? Тогда кто так высоко был? Отлично. Вынеси, вынеси, Олежа, вынеси. Хорош, супер. Нормально, 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 нормально. Все отлично. Крайний, кто там? Ребятки, тяжело, их четверо, нас трое там. Хорош. Хорош ли? Да ему. Олежа страхует центральную зону, Олег. Фали. Успел. Успел, успел. Нет, встать надо. Вот. Юрчик, вот, вот так. Никогда мы тебя... Никогда... Конечно. Никогда. Дальняя. Отлично. Хорош, Арчи, вышку выходит, ЦЗшники выходим. Ничего, 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 давай, Глеб, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. А, я плохо дал. Блин. По людям. Квадрат, Юра, квадрат. Да. В край, только в край лишь. В край. И крайний полузащитник там есть. Один, один, один. Здорово. Выходим. Квадрат. Здорово. Али там экспресс мониторит, походу. Перед
Каждый с каждым перед своим. Ой, блядь, пупи, вот это вот. Не, вот мой, вот этот вот мой. Вот он, вот мой, да. Вот на 11 кто там? Да. Все, Юрчик, твой. Отлично. Ну, получше, чем вторая. Вернее, первая, но не идеал пока. Бэ, у нас на 30-сешника не одного отбора, блин. Да, они в пас играют. Да. А у тех, наверное, отборов. Once again, we're underway. And that's been leave it clear. Ну, я привез, честно скажу, гол, но Юрчик выше. Хорош, хорош, Олежа. Нормально. Арчи, чуть-чуть передерживаешь, Арчи. Дай уже им там, их там 3 человека, они уже там разберутся. Что? Чё? Хорош. Всё правильно, он бы хуй знает как бы сконнектил. Не, это я выносил, ребят. Не, я выношу такие вещи. Олежа твой. Видишь, чуть раньше они, суки. Так. Это оно.
Называть его Гарри. А если бы наверх, а если бы наверх? Я, за меня. Здорово. Или так. Это прям третий темп получился, блин. Садись, Глеб, садись. И мужик. Ага. Эх, Виталик не поверил. Ребятки, я что-то зарыло. Олежа, что тебе? Ты сейчас сдохнет твой. Осаку, чего вы не хотите? ЛПЗ, слышишь, Глеб? Хорошо. Ты к остальным вроде все пока. Рашфорд. Да, все, выходим. Да, выходим. Калверта я выпустил. Олежа твой. Я ж СЗшник, а ты бежишь ко мне, а ты его встречай. А где муха потерялся? Я с 21-м. Разыгрывайте. Давай, Виталик, давай. Хорош. Ему же. Здорово. Ну это, будем считать, что это... Чик-чик. Опа, Жакинс. Не-е-е. Юрчик, садись.
Вратарь, 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 вратарь. Да нахуя ты это делаешь? Корпус, Олежа, корпус, корпус хорош. Да, посмотрим. Маунта не хочешь? Уже хочет. Уже выпустил я. Все равно сдохнет, ну, поэтому... Лучше. Я выношу. Выше ЦДшники чуть-чуть. Давай, 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 Глеб, давай, давай. Юрчик, муха, выходи, мух. Скинь ему головой. Ну. Ох, вы не чувствуете вот это вот секундочки, это... Да. Али, вот нет, 28-му, 28-му дай вниз, ага, или, или там, кто там. Хороший Талик, только подбор. Четверо много. Троих достаточно, остальные подбор. В следующий раз точно. Еще и может даже вратарю. Ючик твой. Не, ну, я с набегающим, а не с шестым. Хорош. Муха, не-не-не-не-не, муха. Попробуем. Угу. Пошли наверх, Юра.
Жека лучше. Офсайд. Вот это было, Юрчик, охуенно. Юрчик, вот я вот этого вот хочу добиться. Давай, 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 обыгрывай, обыгрывай вратаря. Не, да, там без вопросов. Да. Ну, вообще-то счет 1-1. Ну, потому что я привез пиздец какую хуйню с этим пасом поперек. Клуба 4-5. Не, ну с этими мы они не играют в том турнире, поэтому мне не интересно. Да. Глеб, подожди секунду. Ну, минутку, сейчас там. Димон уж родить, не родит, блин.
Сейчас, ну, сейчас, секунду, блин. Да нет, Димон, блядь, не могу понять, он... Так и он... Сейчас, дайте мне еще 30 секунд. Конечно, нужную победу сыграть все за работу. Мог бы оказаться за музыка, как он Уотфорд туда выкинул. Напишите кто-то окей гоу в чате. Окей гоу. Ну какая разница, ну. Боже, что это Димчик, блядь, то он голосовал. Вагиф, ну ты за Вагиф завалил участок впереди, как обычно. Вот так вот выпускаешь, ты выпускаешь. Это самое. Вагиф ЦЗ. Сейчас мы подумаем, кто у нас там. Али, становись ты тоже тогда. Ты становись правым ЦЗшником, а этот Вагиф становись этим центральным ЦЗшником. Мать его за ногу. Да, мы с Мухой пошли забивать голы. Покажем. Мастер-класс. Да, так все остальное по позиции. Так. Там что, арабеск идет налево? Блядь. Вамос, вамос. Налево, вамос. Арчи, 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 арчи! Не повезет точно. Не. Ну потому что комната ж не наша. 4-5 клуб бери. Бери Челси или Ювентус, Ювентус бери. Йова бери давай. Там, блядь. Да, Ювентус бери. Не, Арчи, только не слабее команду. Ювентус. Нахуй, ну вот этот цирк. А в атаке контру. Наращивание короткий пас. Зона атаки по центру. Позиция гибкая. Расстояние между игроками 4 этих. 4 шкалы. Защита, линия защиты 4 шкалы и компактность 4 шкалы. Тотальная оборона, агрессивно, зона сдерживания по центру. Дополнительный стиль низкая. Ну, он переспросит. Всех ЦЗшников пониже, где-то к линии штрафной туда. Именно по позиции.
Александра. Я делю два. Ты деликт, да, Али, ты деликт. Вагиф Банучи, Келини, Юрчик. Арчи, правый ЦПЗ, Олежка, левый. Глеб, ЛПЗ. Да, ты берешь всех. Я понял, Арчи подсиживает руководство. Да. Да. Вагиф Банучи, или кто там, или... Какая-то хуйня опять просто случилась. Ну уже. Ладно, Али, в туалет этот, Арчи, теперь твое время показывать скилл. Ну я на 6-0 отыграл. Вагиф, а что случилось, Вагифчик? Чуть-чуть тебе не нравится Банучи. Да. Ну ничего, ладно, Арчи, мы тебя поддержим. Ну, бойцы, меня эта тенденция не радует. Да. Там мы сейчас их фибим. Завтра отсыпаемся. Так, Жека, ты на воскресенье готов? Ну, тебе надо. Конечно, все на 3-5 сборные уезжают куда-то с ночевкой. Ничего, мы вам вспомним. Квадрат. Квадрат, блядь! Конечно. Не, Арчи шарит вратарем, просто он не ждал тут. Хорош. А, как я отошел, Жека. Думал, сейчас въебет. Поехали. Хорош, Глеб. Лучше. Начало конца. Старайтесь Арчи не грузить, он играет ЦЗшником, вратарем, ему тяжело, поэтому избегайте вот этих вот. А верни меня в касание. Давай, Глеб, хорош. А
Нагиев кто? Хакими Ты Цецун, что ли? подсидел капитанов, а он подсидел ЦПЗшника. Здорово. Ай-яй-яй-яй-яй, не тебе пас был. Ну ладно. Англия работает. Черешек. Давай-давай-давай-давай. Я ж так и ждал. Я ж знал, что ты паузу дашь. Я ж тебе уже привык. Скидочку. Да. Здорово. О, красава. Я честно не чуть отвлекся, но перехват наш должен быть. Согласен, да, я чуть отвлекся на телефон, пардон. А мне же, так я ж, я, так я с Виталиком же отыгрался, а он не отдал. Рожлев. Хороший. Отлично. Мухинс, не спи. Отлично, отлично. Я, ну, Арчи там, наверное, не ставил. Подбор. Алеш, садись, Алеш, садись. Садись, садись, садись. Виталик, это твой. А это Али. Али есть. А вот так вот, спокойно, спокойно. В 91-й дис... Фу, блядь, это вратарь. Это пиздец. А сейчас я простите. Не, ну смотрите, их бежит 5 человек. О, навал. Ну, ребят же, ну вот это вот, вот это вот, вот это вот. Есть, есть, есть. Хорош, хорош. Во, 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 во. Вот эту тенденцию давайте сохраним. Отлично, на мяч, на мяч, на мяч. More food needs to be good here. Goes for goal!
that. I think they perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front. They really commit forward in numbers. Давай, давай, до конца твой. Very well drilled. So the lead now is two. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt we'll be looking to cause even more damage here. Отлично. Хорош. Ну, я дал как врагу, сука. А мяч? Хорош, Арчи. Это Арчи. Не тут, не, Жека, я даже и близко не думал, что ты туда дашь. Не, я пытался в эти штрафную обострить, как бы. Отлично, Арчи. Ох, как он вас, а? Есть вверх, вправо, вверх, уже нет. Есть. Опа. Давай, 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 давай. Корпус поставил. Да. Хорош. Давай, давай, давай. Бойцы, ну на мяч же. А вот тут высоковато. Да. Потому что вы, ну, выбирали как бы небрежно. Ребят, давайте, на официозе не дай бог, такое будет, будет скандал. В два раза подряд, блядь, это ни в какие ворота. Готовы все? Забросик, забросик, вагивчик, забросик. Хорош, Али. Выносим. Да. Не выносите через центр, выносите в край. Там, да. Ну давайте сравняем, может быть. Нет.
Жека, слышишь, а что такое разговорчивый? У тебя же жены дома нет или что? То я ж как-то, знаешь, так непривычно. Арчи, повыноси, там же этот, я хоть попрыгаю, поскидываю, у нас там два нападающих. Ну, как бы, видишь, оно, мы теряем мячи. И предлагаю Мухе выпускать Марату. Он сильнее Кьеза, как бы, и суперсап уже можно. Офсайд. Он не дурак. А нам еще и дали штрафной, блядь. Не, ну, по букве правил, как бы, это логично. Хорош, Арчи. Выпусти Марата, Арчи. Так он сильнее ж Марата, чем Кьеза. Нет, это дело не в устоглавости, он по скиллам полезнее. Не, вопросов нет, как бы. Муха, 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 вон ты. Не надо его в центре искать. Это хоро, вот, это оно. Че, сейчас Арчи натренирует наших ЦЗшников. Арчи, ну выноси, ну, блядь, ну, в хабзе розыгрыш у нас со старта наших ворот, не нужно этого делать. Да, притормозите там в серединке кто-то. Стамина падает, конечно, но потом хера даст. Ну. Вот, а был бы Марат, он бы забил бы. Какой-то вообще пиздец творится, блядь. Ну, катас...
Сумбур. Акими. Мартинес. That is terrific skill. Где? That's one way of trying to make things happen. А, тут. Ты же по телефону говорит, блядь. Gets his final warning. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Cleared away. And it's Cuadrado. He is not one readily to admit defeat. Don't be surprised if he tries that again. To make that interception. Goes low. Which Lukaku. Good for a corner. And gives themselves another corner. Played it short. Vidal. Deski loose right through the middle. Хорош, хорош, Лев, хорош. Упс, не то слово, Жак. Ребятки, вот смотрите, он борется, а наши, блядь, курят там. Ну сколько, это уже ошибка такая, блядь. Мы ее полгода не допускали. Ну как так? Забегаем за защитника, который, блядь, борется за мяч. Понятно, экспериментальный состав, все, ну... Это шазы. I just think it's clever positioning from clever movement, and when all of that is synchronized with the right pass, that's what happens. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. Well, the instruction from the manager would have been go on and make yourself a nuisance. Mission accomplished. Things looking so easy, almost too easy here. He's not played the ball, that's a foul. The ball needed to be better there, it's a wasted chance. And it's Pacino. Sensi. Хороший гиф. Паузу выдержал, красава. Здорово. Quadrado. Good challenge.
Долго, Виталя, долго, родной. О. Better ball would have led to a very different outcome there. Juventus seemed to have chosen a tougher route through the middle. That was easily read and dealt with. Hit long and direct. Big chance! Будет лучше, хорош. Вот это кружком переводил? Не, он кружком так никогда не отдаст учек. Никогда, что бы ты ни нажимал. Только shift треугольник на максимум. Но вы постоянно нажимаете этот кружок. Что, мужика потеряли или кого? У него какие-то дела, наверное. Да-да-да. Ну это не страшно, как бы. Это же Жека. Фря, кого удалили? А, ну то карчи вратарем, может. Понимаете, в чем сегодня, именно сегодня в этой поле дисбаланс, когда нужно играть быстро, мы играем медленно, когда нужно сыграть чуть тоньше, мы играем быстро. Все не в попад. Да, да, как да, кажется, и просто вот вышли. Ладно, спасибо, бойцы. Бывает, да, ну, я буду. Давайте. Глеб, спасибо, мы тебя в тусовку, вернее, в эту, добавим в чат, welcome to the club, как говорится. А он уже ушел, да? Значит, не welcome. Не, ну вроде, а кстати, ваше мнение какое? Ну, он не, как бы, ну, он не усилит, да, как бы. Ну хотя вроде понятия какие-то есть. Он просто может быть баланс, там, как бы, потому что и так, что иногда, блядь, непонятно, кого ставить. То есть, ну, это, да, ну, это не звезда, да, 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 не звезда. Не звезда. Ладно, так подумаем. Виталичек, меня позвали, я пошел там с типами побегаю.
Клочкова позволять. Виталий, хорошо сегодня. Ну вот я тоже так пытаюсь вот с этим побороться, блядь, ну не пытайтесь вы сзади, вот вы не оцениваете риски, блядь. Ну вот вы хотите его сохранить, как-то придержать все, но вы не понимаете, что если вы его обрежете, вся ваша вот все ваши положительные намерения, ну как бы вообще и рядом не стояли с этим риском обрезаться. Вот когда вы уже ближе к своей, максимально просто. Не обыгрывайте, не ставьте корпус, ничего. Не надо это делать. Либо в край, ну, как поперек категорически. Либо в край, как бы треугольник, либо shift навес, как бы, отдавайте. Ну, не пытайтесь сохранить мяч. Когда вы видите, что всех разобрали. Риск, как бы, обреза, он превалирует всегда перед попыткой сохранить мяч. И все, ну, как мы раньше так это делали, было все нормально. Сейчас почувствовали себя звездами и понесло. Да, это я знал, что это будет, как бы... Ты знаешь, сколько это времени нужно, блядь? Это, чтобы реально разложить игру по роликам, это минимум час-полтора нужно своей жизни, как бы, потратить. Кто это будет делать? Ну, по этой игре я могу разобрать и рассказать, да, как бы сегодня со мной. Не, ну конечно. Все по да. А так всем похуй, да. Все идут по тем же граблям. Все идут по тем же граблям, да. Просто как.